Уникальной новинки – это увлажняющая тинт-сыворотка серии It's Clear. Серия It's Clear – это уникальная, на мой взгляд, серия. Это серия декоративной косметики с очень мощными ухаживающими формулами, с деликатными текстурами и максимально натуральным составом. То есть это именно то, что любит наша с вами кожа. Совершенно недавно в этой линейке вышел увлажняющий тинт-сыворотка с алоэ вера в двух оттенках. У меня оттенок 65-70, это слоновая кость, но, как вы видите, он такой все-таки ближе к натуральному. С помощью него сегодня я буду делать макияж и рассказывать про уникальность этой серии. Посмотрим, как он ложится на кожу. Буду наносить его с руки с помощью кисточки. На коже у меня увлажняющая сыворотка, крем из нашей серии Бюроил. Так, нанесла с краешку небольшое количество тонального средства и наношу, начиная с центра лица, постепенно буду наносить. Так, чем же мне понравилась увлажняющая тинт-сыворотка? Во-первых, она хорошо увлажняет, с глубоким таким долгим пролонгированным эффектом. Очень легкая, комфортная текстура у нее. Совершенно получается красивый тон с бархатным таким покрытием, незаметным на лице. Хорошо подстраивается под цвет кожи. И вот это ощущение увлажненности в течение целого дня, оно, конечно, совершенно потрясающее. На 97% у нее натуральный состав. Сыворотка дерматологически протестирована, подходит для чувствительной кожи. Она не комедогенна, то есть комедоны на нашей коже не образуются, даже при длительном применении этой сыворотки. И что мне очень нравится, она красиво смотрится на коже, незаметно, очень-очень легкая. И также, конечно же, совершенно потрясающий состав этой сыворотки. Напомню, 97% это натуральные компоненты. В основе это сок алоэ. Я думаю, про волшебные свойства этого растительного компонента вы все знаете. Это очень мощный компонент именно для глубокого увлажнения даже обезвоженной кожи. В составе также присутствует витамин Е. Напомню, это мощнейший антиоксидант, который препятствует преждевременному старению кожи, который обладает восстанавливающими действиями. Экстракт белого чая в составе, он снимает воспаление и стимулирует регенерацию. Также в составе этой сыворотки присутствует центелла азиатская, экстракт центеллы азиатской. Я думаю, вы помните, что в линейке ICU в дневном креме она была представлена. Центелла азиатская, она восстанавливает чувствительную кожу, тонизирует и увлажняет ее. Забыла еще про растительные пептиды, которые предотвращают сухость, дискомфорт и предупреждают потерю упругости. А я тем временем нанесла нашу увлажняющую тинт-сыворотку с алоэ вера на лицо. Вы видите, правлю все. Очень-очень красиво преобразилась моя кожа. Такой красивый, здоровый блеск. Но у меня кожа сама по себе жирная. Очень даже неплохо перекрылись мои поры, хотя я не наносила специально никакой праймер для чистоты эксперимента. И мне нравится. Нравится результат, нравится ощущение. И она даже на ощупь становится такой гладкой, бархатистой. Вот ее прям хочется трогать. Действительно потрясающий финиш у нее. Это и красиво, и полезно. Продолжим дальше макияж.